Ну что, приветствую, друзья, всем огромнейший привет, сегодня у нас суббота, да-да, именно так, сегодня суббота, 12 августа, и что мы с вами, пробежимся по новостному блоку, что же такого у нас интересного происходит в прекрасном городе Сочи, не только в Сочи. Видели? Курс доллара 100 рублей штучка, 300 рублей кучка, а в кучке 3 штучки. В общем, 100 рублей. Ну, чтобы россиянам было легче считать. А то, когда курс доллара был там 6 рублей, непонятно было, как считать. Когда стоил там 30 рублей, тоже было непонятно считать. Когда 70 рублей стоил, тоже непонятно было. А сейчас нормально. Вот сейчас я считаю нормально. Удобно считать. 1 к 100. Вот как бы так. Так вот развиваем. Да, конечно же, у нас сейчас даже белорусский рубль стоит гораздо ценнее, чем наш рубль. Ну, ничего страшного. Мы сами заслужили, как говорится, это. Согласны со мной? Согласны. Вот все. А еще на этом фоне ввели у нас теперь 10%. Если вдруг у вас, например, если у вас деньги лежат в рублях, да, и в 3-литровых банках, то, соответственно, там у вас там проценты там 8%, где-то там 7,5% и так далее. А если у вас деньги лежат в долларах, то вы еще должны 10% за это отдавать. Прекрасно? Прекрасно. Вот как бы так. Поэтому держите свои прекрасные денежки в рублях. Хотя, если так посчитать, то, наверное, в долларах гораздо лучше, потому что, ну, рубль, не знаю, когда он обвалится еще сильнее. Ну и на этом фоне, конечно же, очень много сейчас непонятных телодвижений происходит в прекрасном городе. В Сочи, в том числе с недвижимостью, кто-то недвижимость свою убирает, кто-то наоборот дает, кто-то еще что-нибудь. Ну и там, соответственно, появились у меня там люди, которые там, о, все, значит, я смогу свою дичь продать. Нет, ребят, смотрите еще раз, вот у меня там запрос есть на мамайку, бюджет 10-11 миллионов рублей. Если у кого-то что-то есть, обращаемся. У меня есть бюджет, это запрос под ВТБ-24, Донская, что-нибудь в пределах 35 квадратных метров. Если у кого-то что-то такое хорошее есть, то обращаемся. Также у меня есть запрос под коммерцию. Какими-то там квадратов 100, может быть, квадратов 60. Если что-то есть такое хорошее, интересное по цене ниже рынка, а не выше рынка, тоже обращаемся. Сделка здесь сейчас, сразу наличка и так далее. Поэтому как бы есть что. Но еще раз хочу сделать акцент, ребят, на особенно своих коллег, как выясняется, которые работают в других городах, которые оказываются тупорылые, которые, ну, реально, особенно женщины и девушки. Ребят, не обращаемся ко мне с перепродажами таких жилых комплексов, как Кислород, Сочи Парк, Летний, Флора, Нескучный сад.
Вот с этими перепродажами, пожалуйста, не обращайтесь ко мне, не надо. Как бы, понимаете, я хочу, чтобы вы были нормальны, все, и чтобы у меня от вас сложилось нормальное впечатление. А так, такое ощущение, как будто, извините, я переписываюсь с долба. Ну, вот вы сами понимаете, можете сами закончить. Ну, такое ощущение. Вчера тоже девочка пишет, знаете откуда? А, да, кстати, еще и этот, как его, Южный парк, тоже не обращаемся. Пишет там, помогите продать, то-то-то-то-то-то-то, квартира в ипотеке, все. Ну, меня спрашивают, что и как. Короче, 18 квадратных метров, какой-то там линии, какой-то там в 24-м году будет сдача. 18 квадратных метров, она хочет продать, знаете, за сколько? Вот просто вот прям наберите побольше воздуха в рот, прям побольше, чтобы можно было потом выдохнуть, так, знаете. За 8200. Вот лучше бы я написал 8300, я бы сказал бы, а такси, это такси у тракториста, а так 8200, даже не рифмуется. 8200. Я говорю, да, вы что, говорю, ну, я говорю, не могу так, я не могу брать и предлагать людям квартиру 18 квадратных метров по такой цене. Я считаю, что это будет с моей стороны преступление, ну, серьезно. Так, да я покупала за 7500 в ипотеку, за 7600 она написала, и все. А почем, говорит, вы можете взяться за продажу? Ну, я говорю, ну, 5 миллионов, если за нее дадут, это будет хорошо. Ну, 5 миллионов, говорю, готов взяться, дороже нет. Да я там, я хоп такой, смотрю, ну, в WhatsApp смотрю, какое-то агентство недвижимости, то ли в Краснодаре, то ли в Ростове. Такая, знаете, такая. Я говорю, а через кого покупали? Говорит, напрямую, говорит, в отделе продаж. Ну, я ей беру, скидываю скриншоты, чтобы она понимала, какие предложения нам делает тот же самый застройщик того же самого кислорода. И все это скинул даже на сейчас, которое есть, да, прям на сейчас, которое есть. Взял, скинул, и она заплакала. Она заплакала. Вот я взял, так вот, раз, скинул. И вот, теперь смотрим. 18 квадратных метров по прайсу 8 миллионов 4000 рублей. Со скидкой при быстром выходе на сделку 7500. Корпус 2, капля, этаж 14, квартира 170. Вид ЖК на город и национальный парк. Вот сейчас. Понимаете? Вот. Поэтому то, что вы считаете себя риэлторами в других городах, то, что вы считаете, что вы самые умные и тому подобное, что вы обратились напрямую и вас жестко поимели, это ваша проблема. Поэтому я говорю, продавайте через тех, кого покупали. Застройщик не хочет продавать. Ну, конечно, не хочет продавать. Два раза одного и того же дебила ему тяжело найти. Я открою вам маленький секрет. Поэтому еще раз, уважаемые, тем более, говорят, мы ваши подписчики. Нет, вы если были моими подписчиками, вы бы знали, какие объекты я рекомендую для инвестиций, а какие я рекомендую избегать. Поэтому вы, скорее всего, откуда-то что-то там залетные. Потому что мои подписчики, они знают, какое дно можно покупать, а какое дно лучше избегать. Ну, как бы так. Фальшивая монетчица высшего класса, жительница Сочи, заменила выручку баррела билетами банка приколов. Вот видите, вот видите, вот она молодец. Она молодец, она не растерялась. Она взяла и сделала то самое грязное дело. Видели? Ну, просто молодчинка. Правильно же? Согласна, согласна. Вот так, она просто взяла 60 тысяч и подменила на тоже 60 тысяч, вроде банк приколов. В общем, полиция изъяла эти 60 тысяч рублей с банкнота приколов. И все. И теперь что-то будет с ней делать. Вот так вот. Как бы, ну, бывает такое. Ладно, хоть не, ну, как бы не присвоили, что она там фальшивомонетчица, слава богу. Сон мог стать вечным. Два туриста из России получили
ранение, ДТП, в ДТП, когда задремали в машине. Ну, ребят, я всегда говорю так. Если чувствуете, что уже на трассе там либо едете, втыкаетесь, не нужно играть в героев, нужно всего лишь, ребят, всего лишь, что сделать? Нужно всего лишь остановиться, вздремнуть. Я думаю, что минут 20-30 вы перебьете тот самый сон и поедете дальше. Если совсем устали, возьмите лучше не на этом. Ну, лучше отдохните. Ничего хорошего нет. У меня на свадьбе был друг с женой. Вот его жена ехала с Оренбурга в Орск, и тоже она немножко задремала чуть-чуть. И в итоге на Lexus, на RX200 сделал 6 кувырков на повороте. Да, там есть у нас такой поворот, такой не очень хороший, когда Халилова. И все. Ну, слава богу, выжила в этом отношении, конечно. Кстати, хорошо себя зарекомендовал у нас RX200, потому что 6 оборотов сделать, 6 оборотов. Да, там сломал то, сломал это, но факт остается фактом. Осталась жива. Ну и, конечно, всегда пристегивайтесь. Я вот даю маленький совет. Он как бы так. В Сочи врезался в скалу экскурсионный джип. Пострадало 9 человек. Один из них ребенок. Я тоже не понимаю, как в экскурсионном джипе может быть 9 человек, когда максимум может быть перевозить 8. Опять же, почему пострадало столько человек? Ну, ребят, потому что нужно понимать, что если вдруг вы на экскурсионном автобусе, на экскурсионном джипе попадаете в ДТП, то, скорее всего, вы не выживете. Потому что все это самоделки по 9 мест, да, как бы у вас бывают настолько 5-местные. Ну и все, поэтому про никакую безопасность можно даже не думать. Опять же, я вчера видел, как это обычно едут туристы, встают, там, показывают это, и все. Ну, я считаю, это самый страшный аттракцион в Сочи, это поездка на джипах с ашотами. Ну, потому что они реально себя ведут, как не знаю кто. Поэтому, само собой, сейчас сильнее будет кошмарить, гаишники на этом только выиграют, у них будет разнарядка там всех кошмарить и так далее. Само собой, что это все переделано, само собой, что без ремней безопасности, без ничего. Ну, не знаю. Кстати, пострадала еще, знаете кто? Пострадала беременная женщина. Я вообще вот не понимаю тогда женщин. Вот ладно, там женщина, когда покупает себе какую-нибудь дичь, да? Когда покупает себе какую-нибудь дичь, непосредственно вот, ну, например, он покупает себе непосредственно дичь в том самом прекрасном месте, там, да, например, покупает там за 7 там, с чем-то там в кислороде, покупает себе 18 квадратных метров. Ну, это понятно, что это риэлтор с другого города, с Ростова, это больная женщина, точнее, девушка, ей там лет может быть, 30, да, больная девушка. Ну, это понятно. Понятно, что когда девушка, да, беременная, едет вот на этом, извиняюсь, говноавтомобиле, на УАЗе, да, непонятно с кем едет, там, непонятно куда, там, серпантин и так далее. Получается, беременная девушка, она взяла и пострадала. Вот я вот хочу спросить у вас, девушек, а что у вас не так? Что с вами не так? Что вам не хватает в этой гребаной жизни? А? Или, например, риэлторов хочу спросить. Ну, я понимаю, что вы эксперт, может быть, в своем родном городе. Я понимаю, что вы реальный эксперт. Я понимаю, что вы, наверное. Но каждый город отличается. Например, вот я, когда искал квартиру дочери, например, в Подмосковье, я, например, обратился к риэлтору, потому что я понимаю, что я тут рынок не знаю. Я не знаю особенностей ни районов, ничего. Я обратился к риэлтору, и, в принципе, как бы если мы нашли нужный нам вариант, то я все заплатил бы и так далее. Мы недавно снимали с Олегом, который с Кемерово, сюжет. Вам, кстати, понравился, очень много было количества лайков, все. И очень много было просмотров. И вчера мы с ним ездили, я для него и для его семьи подобрал ему дом. Хотя он сам риэлтором работает 5 лет в прекрасном городе Сочи. Но я ему подобрал дом, потому что он сам себе не мог найти, никто не мог найти, и все. Да, мы там все нормально, все там как бы максимально выбил для него это лучшую цену, все сделал, все.
Понимаете, даже риэлтор обращается к риэлторам. Например, домами у нас никто в Сочи не хочет заниматься, потому что у всех идет разнарядка, что если человек обращается на дом, его должны переориентировать на квартиру. Если с квартиры он не переориентируется, то нужно как бы на нем ставить крест, закрывать просто заявку и все, потому что там бесполезно. Потому что очень тяжело там, как бы даже вчера я, да, нашел для вас бюджетный вариант дома, да, ремонт, техника, мебель, все как положено. Все там, 7-7 квадратных метров, там земля, все с документами, все. Вон там, вы в комментариях, бедные, аж усрались там. Вот, и понимаете, и вот поэтому риэлторы, и вот любого риэлтора спроси по домам, да они все профаны. 99% риэлторов, они вам, как бы, может, максимум скажут 5 домов, которые есть там в рассылке, и все, и больше ничего не знают. Поэтому Олегу я взял, нашел вчера дом, я очень рад, что взял, даже вчера похвастался своей жене, говорю, блин, представляешь себе, тык-тык-тык. И самое интересное, она говорит, а какой дом? Я говорю, тот. Так мы же его себе хотели. Я говорю, понимаешь, вот все, что нравится нам с тобой, нравится и всем остальным. Она, ну да, заулыбалась, ну как бы так. Поэтому беременная женщина пострадала в этих вот джипниках, ну это бред просто какой-то, просто из категории бреда. Значит так, площадки для моления и храма, и зоны отдыха в Сочи. Готовится православный маршрут для туристов и жителей города. Ну, ты тоже считаешь, что уже какой-то перебор, да, вот этот православный маршрут и тому подобное. Ну, бред какой-то. Я, конечно, понимаю, что каждый там рассчитывает там, не знаю, там на какие-то всевышние силы, на создателя, еще что-нибудь. Ну, я все это прекрасно понимаю, ну, реально понимаю, что у нас там люди, ну, как бы всегда верят в чудо, надеются на что-то и так далее. Ну, я могу сказать, что нужно, наверное, больше верить в себя. Реально нужно больше верить в себя. И делать свое, да, вот, ну, в моем понимании, что пока ты там тратишь непонятно на что, ты лучше возьми, там, не знаю, там, книжку какую-нибудь прочитай, там, какую-то мотивационную, умную, либо еще что-нибудь. В моем понимании это так. Есть понятие рациональная трата времени, а есть понятие нерациональное. Например, я курю кальян, да, это, например, если просто пришел бы покурить кальян, это был бы нерациональная трата времени. Например, пока я курю кальян, я делаю видео, монтаж и тому подобное, и успеваю сделать все там, отвечая на комментарии, там, еще что-то, ну, для меня рационально. Но кальян — это зло, это факт, правильно? И надо что-то с этим делать. Вот как бы так. Вот как бы так. Значит так, добраться до Абхазии без приключений. Самый оптимальный маршрут. Самый оптимальный маршрут добраться до Абхазии — это по воде. А так там сейчас такие пробки огромные. Там сейчас люди в пробке у нас просиживают по 6 часов. Понимаете? Вот как бы так. Обнажилась до трусов. Россиянка рассказала, как в Турции загорающий топлес европейку огрели по спине и прогнали с пляжа. Ну, в общем, европейки говорят, у нас свободны ценности, все начало загорать. Ну и, в общем, в Турке, да, там, само собой, вы, наверное, видели турецких девушек только в сериалах. Турецкие девушки красивые, только в сериалах красивые турецкие девушки. Какой-нибудь там, да, «Черная любовь» и так далее, там, «Нихан» и так далее. А по факту, если, например, кто-то был в Турции, то турчанки, ну, реально страшненькие. Плохо, конечно, говорить, некрасиво говорить, они реально страшненькие, они толстожопенькие, они, ну, как бы, не имеют отношения никакого к спорту, они так вот все относятся непонятно как, да, в том числе и к себе и тому подобное. Ну, само собой, такие, да, вот, например, такие интересные, понимаете, интересные, ну, как бы, там изюминка есть, но где-то далеко находится. И, само собой, эти турчанки, у которых изюминка находится где-то в далеком месте, само собой, их бесит, раздражает те самые европейцы, русские, украинцы и так далее, которые там за собой смотрят, которые за собой следят и так далее. И все. Ну и, в общем, девочка там в топлес загорала, как бы, опять же, да, как бы, почему, ну, не получилось? Ну, потому что она, говорит, была с помятыми сиськами. Вот если бы были бы с нормальными, да, не с помятыми сиськами, то, может быть, к ней бы нормально бы отнеслись. А так вот получилось, что получилось, и все, с помятыми сиськами,
само собой разумеется. Ну и, конечно же, как бы не понравилось никому. А кому это может понравиться? Да никому не может это понравиться. Что у нас на фабрице образовалась пробка? Никому не может понравиться. Мне бы тоже, например, не понравилось, если бы со мной бы загорал дедушка европейка с помятыми сиськами. Ну и все. И что получилось? Да ничего не получилось. Женщина, турчанка, там, с тремя детьми, там, сделала замечание, такая, да? И все. Так, говорит, иди в жопу, говорит. Иди в жопу, говорит. Говорит, у меня, говорит, сиськи помятые, говорит, страшные. Ты еще страшнее, говорит, понимаешь, говорит, вот как бы так. Ты, говорит, еще страшнее. Ты как жопа апокалипсиса, говорит, понимаешь, говорит, вот так вот. Ну и все, та взяла ее полотенцем, огрела по спине, так говорит, ладно, все, говорит, ухожу. Ну, говорит, вечером, говорит, муж, говорит, твой, говорит, будет не с тобой спать, говорит, а со мной переспит. Понятно, все, я, говорит, уйду, говорит, все, уйду. Только от этого, говорит, ты, говорит, турчанка, говорит, красивее не станешь, говорит, ты сексуальный, говорит. А, говорит, вот твой муж, который на меня сейчас глядел, говорит, он обязательно вечером со мной встретится, и все. Вот так вот. Женщины, они существа злые. Ну, реально злые. Женщины – это те еще у нас интересные. Значит, так, райское место в стране души. Как добраться до сосновых рощ Пицундры без пробок? Ну, это из категории фантастики. Вы без пробок не доберетесь, если только не на вертолете. Понимаете? Либо если вы только не на, ну, не знаю, еще на чем-нибудь. Потому что там реально жесть. Тем временем люди бегут из Абхазии с семьями. Стоят по 4 часа в очереди на выезде. Представляете себе? Вот так вот. Вот так вот. Да. Люди побежали в Абхазию, думали, там дешевле, все. Потом поехали, опять разочарование, опять то, опять все. Опять же, да, для тупых, давайте я вам еще раз скажу, для самых тупых. Ребят, ну, на своем автомобиле, даже на автобусе страшно передвигаться, только на поезде безопасно. Вчера было жесткое ДТП. Два русских туриста сразу же на глушняк. Ехал автобус, навстречу автобусу выехал тот самый там, свой Ашот, который там, не знаю, там, который там они все там, по встречке рассекают и так далее. И все, лоб в лоб. Два на глушняк. Поэтому 10 раз подумайте перед тем, как ехать в прекрасную Абхазию, со стороны души. Значит так, путешествие пошло не по плану. Турпоход сочинцев закончился вызовом ЧС и эвакуации. Ребят, еще раз говорю. Ну, я понимаю, что вы все у нас такие, да я сама риэлтором работаю в Ростове, поэтому я сейчас возьму и буду зарабатывать, как у Максима, его клиент на инвестициях, а потом раз и берет, и теперь, не знаю, так получается, что он купил дороже, чем сейчас предлагается, да? Ну, дороже купил, чем сейчас предлагается. Ну и, соответственно, что? Такие же бывают и туристы. Да я эти горы знаю, раз-раз и все. Берите всегда гида. 5000 он стоит, не такие большие деньги, но зато не будет такие. Ладно, нашли, бывает же, не находят. Автокредиты наличными на улучшение условий. ВТБ снизил минимальную ставку до 3%. Ну, что такое это кредит наличный? Например, вы берете заявку, делаете ВТБ, например, на автокредит. Вы прекрасно понимаете, что новые автомобили более-менее нормальные, начинаются от 3,5 миллионов рублей, даже китайские. А вы хотели бы что-нибудь купить за 1 000 000 рублей, потому что вы очень богатые люди и хотели бы в пределах 1 000 000 рублей купить, правильно же? Ну, такой вот. И все. А за 1 000 000 рублей вы даже сейчас Ладу Весту не купите. Но вам хочется 1 000 000. Но за 1 000 000 рублей можно, например, купить бэушный Kia Ceed и так далее. Вы берете, покупая, ну, ВТБ делаете заявочку, все, вам одобряется. Вы идете, покупаете проперное говнище, или, например, кто-то выберет японский автомобиль, ну, бывает, что такое с рулем в бардачке, у нас извращенцев хватает, как бы, так же, как неграмотных риэлторов с Ростова, да, женщин 30-летних. Ну и все, вы берете и покупаете автомобиль, вам дается наличные, а потом данный автомобиль вы просто берете и, ну, даете в залог банку, да, как бы, и все, вы не можете данный автомобиль ни продать, ни пропить, ни подарить, ничего, понимаете, не можете сделать ничего. И все, и вот как бы дальше вы спокойно уже двигаетесь. Дальше вы спокойно двигайтесь. Вот такая штуковина. Поэтому. Если кто-то хочет купить автомобиль, самое сейчас время, потому что даже у меня бывшая жена купила себе автомобиль. Да, она взяла бэушный, не новый.
Ну, насколько я знаю, она купила себе Бонтиагу. Бонтиагу взяла, потому что, ведь, видишь ли, она работает воспитателем в детском саду, ну, типа, короче, ну, как бы на велосипеде ездить в детский сад не то, поэтому купила себе Бонтиагу. Да, немножко бушная, но ничего страшного, на новую не хватило. Ладно, ползем с вами дальше. Пойдем даже дальше. Голосовой робот от Мегафона поможет РЖД в подборе персонала. У меня тоже вот голосовые роботы все пытаются пропиарить, типа, короче, помогает. Но я считаю, что с живым человеком гораздо лучше общаться, чем с роботом. Не знаю. Когда мне дозваниваются роботы и что-то там пытается мне втереть какую-то дичь, я, конечно же, стараюсь, ну, я не могу послать нахер, да, потому что послать нахер робота, это, ну, это тем надо быть еще смелым человеком. Ну, вот как бы так. Ну, и такие услуги все равно берут и предлагают. Ладно. Его строили всей страной, чтобы потом спасал души. В общем, Новоафонский монастырь в Абхазии. Ну, блин, что-то много чего говорят про него, но не хочу. Значит так. Не взлетим, так поплаваем. В общем, знаете что? Обещают дожди. Я вот вообще хотел бы, чтобы до 1 сентября были проливные дожди, как из ведра. Вот я хотел бы. Глядишь, чуть народу станет меньше и комфортнее будешь себя чувствовать. Потому что сейчас даже пасмурная погода, температура за бортом плюс 29 градусов. Драка на шоссе. Житель Сочи нашел агрессивный способ остановить грузовик. Ну, смотрите, у нас есть всегда те люди, которые едут по встречке. И, соответственно, потом берут и вклиниваются, да, а едут по встречке. Такое есть, да, сплошь, да, рядом все. Ну, один водитель решил, как, так же, как и я, говорит, насмотрелся видео Максима Коломейцева, и решил таких нарушителей не пропускать. Ну и что? И завязалась драка. Ну и все, вот на этом фоне. Ну, я могу сказать, что у людей тоже терпение уже лопнуло. Столько нарушений в Сочи, сколько, вот, наверное, нету ни в одном городе России. Это и езда по обочине, парковка на тротуарах, и езда по встречке. Само собой, конечно же, есть определенные вопросы, вот однозначно вопросы есть. Поэтому, ну, у людей уже накипело. Я могу со своей стороны тоже сказать, что мне без разницы, кто там что-то нарушает, без разницы, какой автомобиль. Но нужно как бы иметь совесть, потому что люди реально, как бы, большинство водителей, как бы, такое ощущение, как будто превратились в свиней на дороге. Ну, реально, как будто свиноты. Вот как бы так. Как будто свиноты. Правильно сделал, что накумарили друг другом. Ни вина, ни хинкали. Почему россиянка разочаровалась в Грузии? Ну, а что она говорит? Приехала, говорит, в Грузию. Соответственно, говорит, номер грязный, это постельное белье грязное, все грязное, вот это все. Вино, говорит, просто, говорит, какое-то так, не такое, говорит, просто, говорит, вино, говорит, просто. Я, говорит, еще не слушал, говорит, Максима Коломейцева. Максим говорит, если хотите отравиться, попробовать самое худшее вино, которое вы пили в своей жизни, берите вот это грузинское вино, то самое, которое там домашнее, и все. Ну, опять же, да, не так хорошо относится к русским, как хотелось бы. Вон, даже вчера, вот, помните, там Виталий, да, есть, который играл Кузю в универе. Помните, такой вот Кузю, который говорил, вон его взяли и не пустили в Грузию. Типа потому что он Z-патриот и так далее. Ну, все. Ну, и у грузинов там свое. Они, ну, реально, как бы, обиженные всем подряд. Для них все плохие и так далее. Я, например, в Грузию не хочу ехать, потому что, ну, не знаю, не хочу я ехать. Так высказывались у нас про нашего президента, как еще что-нибудь, ну, не хочу. Грузия, не знаю, это больше для извращенцев. Вот кто вот хочет там побольше извращений и так далее, езжайте, пожалуйста. Как бы, зачем ехать туда, где нас не ждут? Зачем ехать туда, где нас не уважают? Кто скажет, так нас весь мир не уважает. Ну, поэтому зачем куда-то ехать? Отдыхайте в России. Значит так. Жители Сочи атаковали и затрахали телеграм
канал водоканала. Правильно? Ну а что, с водой перебои. Ну, только кто живет в острой мечте, они так, знаете, так, ха-ха. А у нас есть вода, мы моемся в душ. А все остальные-то сейчас страдают, особенно улица Транспортная, Яна Фабрициуса, Тепличная и так далее. Они же все страдают. И Бытх, и так далее. На что потратили 13 миллиардов рублей из бюджета Сочи? Знаете, я сейчас думаю, сейчас будет отчет, все. Да так, на улучшение инфраструктуры. И больше ничего. Красавцы. Вот это, понимаю, правильно ответили. Значит так, в России хотят сделать 36-часовую рабочую неделю. Потому что, говорит, 40 часов работать возле компьютера, играть в World of Tanks, это очень тяжело. Поэтому предлагают сделать что-то такое, подобное. Вот как бы так. Поэтому, не знаю, я вообще считаю, что если хочется, чтобы экономика развивалась, если хочется, чтобы Россия вылезла из глубокого ануса, нужно делать 60 часов. Поэтому меня никогда в жизни президента не избирайте, потому что я могу сказать со 100% уверенностью, что когда я, если был бы во главе государства, учитывая, что сейчас 90% не работает ни ручками, ни ножками, ничего, а сидят, знаете, про них называют офисные крысы, я считаю, что рабочая неделя должна быть 60-часовая, 60 часов в неделю, чтобы хоть как-то дать толчок, чтобы у нас что-то развивалось. А у нас, вон, решили сделать 34 часа. Да куда? Мы и так там работаем меньше всех. 40-часовая рабочая неделя была придумана Владимиром Ильичем Лениным тогда, когда у нас поднимали производство, были те самые сталелитейные там, цехи, там, эти комбинаты и так далее, и где люди пахали своим горбом. И там действительно нужно было 40-часовая рабочая неделя. А сейчас, когда самое тяжелое, что поднимает среднестатистический мужик, это ручку, и то даже ручку не поднимает, просто по клавиатуре ударяет. Либо же вечером полторашку пива, ну, я считаю, это просто из категории бреда. Ну, не знаю, можете согласиться, можете не согласиться. Поэтому лично я считаю, что 36 часов в неделю – это больше про извращение. Никакой беспорядочной застройки. Мэр Сочи обсудил план по сохранению исторического облика города. Красавчик. Ну, что могу сказать? Мэр города красавчик. Обсудил и оставил без крова, без крыши, оставил много людей. Красавчик. Что еще могу сказать? Просто молодец. Просто молодец. Молодец, молодец. Молодец. Всем вокруг армагеддец. Ну, что у нас? Что у нас еще, ребят? Что у нас еще интересно такого? Ну-ка, давайте посмотрим еще у нас ЧП Сочи. Ну-ка, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Дорожные полицейские проводят оперативно-профилактические мероприятия, контроль мототранспорта. Ну, короче, если по-русски говоря, имеет всех мотоциклистов. Ну, так вот. Понимаете? И, знаете, сейчас еще была новость. СК проводит проверку по факту ДТП с участием автомобилей, превозвозивших граждан России. Ну, в общем, в Абхазии, понимаете, там, ну, как бы ДТП погибло как минимум два россиянина. Еще много чего у нас это. Да, кстати, девушку из Нижнего Новгорода несколько дней насиловали и держали заперти. Ее сожитель во время поездки из Сочи решил наказать из-за татуировки. А татуировка была у 19-летней девочки. Была татуировка его, ее бывшего. А Сергею 32 года. Ему не понравилось, что на том самом месте, куда он пытался своими ручками залезть, находится татуировка бывшего этой девушки. И говорит, все такое ощущение, как будто, говорит, мы вот как занимаемся, говорит, сексом, и вот получается секс втроем. Ну, во-первых, 19 лет, секс, бывший и так далее, уже в голове не укладывается. И на днях пара выпила и поссорилась в пьяном состоянии. Получается, еще в 19 лет она еще и бухает, еще и трахается, еще и наколки делает. Ё-моё!
Это же жесть. А Сергей стал избивать Полину ногами по всему телу. Не отобрал телефон и посмотрел журнал звонков на следующий день после экскурсии в Абхазии. И изнасиловал девушку, нанес удары по лицу и пытался порвать рот. Слушай, Сережа вообще романтик. Вот как бы так. Ой, что творится, непонятно. Мораль-то басни такова. Не употребляйте алкоголь. Не связывайтесь с малолетками. И да еще много чего можно сказать. Да, кстати, ребят, я вижу, что вам не нравится та жестокая правда, которая есть в прекрасном городе Сочи. Я вижу, что вам не нравится, когда я показываю, что появилось в школе. Ой, в Сочи хорошие там школы, набережные и так далее. Судя по вашим комментариям, судя по вашему отклику. Я хотел сделать то же самое по Адлеру. Хотел то же самое сделать по хосту, типа кудепсти, но не буду. Я думаю, просто я буду тратить свое драгоценное время. Сегодня посмотрите один из деревянных домиков хороших, тоже у меня на канале. Посмотрите сегодня еще дома в Адлере, такие недорогие. И тоже все, кто ко мне обращается с продажами, дачами и так далее, все, перестаем вообще обращаться, потому что я вижу, что люди, наверное, думают, что дача в Сочи должна быть, стоить там не больше, там, чем, например, не знаю, там, 1 000 000 рублей, да, ну, есть такие у нас фантазеры, да, при условии, что земля у нас минимум стоит. Да, кстати, еще, ребят, фантазеры, которые хотят в высоком 4,5 сотки продать за 21 миллион рублей, 4,5 сотки за 20 миллионов рублей, тоже, ребят, ко мне не обращаемся. Фантазеры, которые хотят говнодом на Гастелло, в месте, просто гиблое, конченое место, продать за 65 миллионов рублей, ко мне, пожалуйста, не обращаемся. И прочие фантазеры, которые хотят там в Шиловке продать там землю по 3 миллиона рублей за сотку, тоже, ребят, мимо. Сегодня, наверное, поеду в Дадлер, сниму для вас жилой комплекс Черемушки. Хороший, законный жилой комплекс, квартирник, статус-квартира, все очень близко к морю, все. Там просто продается квартира сейчас по акции, ниже рынка. Но реально, как бы кому нужна квартира, например, под ипотеку, да, там, потому что вся сумма в договоре, все, я думаю, для вас уйдет. Ну, я могу сказать, что цена... Ну, примерно в 2 раза ниже рынка. Я сегодня поеду снимать. Само собой, вначале я это все сниму и это буду размещать у себя в запрещенной сети, которая называется Инстаграм. Также у меня есть 2-й номер, который я сейчас в Телеграме тоже там показываю. Все это то, что у меня творится, да, что-то интересное есть. И на Ютубе уже потом доходит, потому что... Например, у меня некоторые варианты, которые я сейчас буду опубликовывать, они уже не актуальны, потому что сначала у меня появляется в Инстаграме, и потом уже появляется у меня на Ютубе. И некоторые, да, вот как, например, деревянные дома уже успевают купить еще до выхода видеоролика в Ютубе. На этом с вами прощаюсь, вам всем прекрасного настроения. Да, если вдруг кому-то грубо сказал, особенно если вдруг задел женщин, особенно женщин-риэлторов с Ростова, вы на меня не обижайтесь, как бы серьезно. Потом, если вдруг кто-то сможет меня в Турции, и я задел кого-то турчанок, но я не видел ни одну красивую турчанку, ну, кроме как в сериале. Вот, например, сколько я путешествую в Турции, я не видел ни одну красивую, симпатичную турчанку. Ни одну я не видел. Поэтому я говорю, что русские женщины самые красивые женщины в мире. Ну, реально, классные, красивые. Там, не знаю, даже на пляж идут, даже красятся, понимаете? И все. То же самое могу сказать еще про некоторых у нас, ну, не бывает. Вот, например, в Доминикане, вот, например, да, вот там вот есть, да, точнее, да, в Доминикане есть красивые девушки. Ну, реально красивые девушки, есть все. Ну, извините, в Турции, в Тунисе, в Египте красивых девушек нет. Не бывает. Только если там отдыхающие русские. Всем добра и пока.